Блин, холодно на улице, пацаны, очень холодно. У меня плюс 6, я всех приветствую. С вами, как всегда, пацаны Сергей Резниченко и проекты от подписчиков. Пока вот такой вот дубак, я вам советую заварить чаек, кофеек, пацаны, и насладиться сегодняшним выпуском. Выпуск, про который вам никто никогда особо не расскажет, про интереснейшие проекты России на моем канале. И еще такой момент, пацаны, вот хотел с вами тоже быстренько поделиться. Вот сейчас наступила, ну, такая вот прохладная очень погода, когда там плюс 5, плюс 6. Садишься в машину, выжимаешь сцепление, ну, когда трогаешься, и появляются какие-то скрипы при выжимании вот сцепления. Долго искал, где, ну как это устранить за минимальные деньги. И я нашел, пацаны. В общем, заказал я очень интересную штуку. Называется она привод сцепления Агат. Обеспечивает плавную, без скрипов, рывков и заеданий работу привода сцепления. Элементарно все меняется, ребят. Это я вам покажу в следующем выпуске про мою машину. И, собственно, данный поводок можно заказать как напрямую в группе у Константина, так и на Time Turbo со скидочкой. У меня там еще есть 7%. Поэтому, ребятки, можете зайти в группу. Очень много положительных отзывов. Прицениться, посмотреть, собственно, там только данный поводок и продают. Там вообще за копейки, и это реально интересная штука. И спасибо огромное Алексею, который предоставил весь материал по машине. Уделил время, все отсняли, показали, все фотографии, видео и полностью всю информацию. Поэтому, ребят, поддержите видос лайком, комментарием. Заваривайте чаек и поехали смотреть видос. Сегодня действительно интереснейшая десяточка. Расскажу вам очень подробно про нее, потому что она действительно достойна вашего внимания. Обязательно, ребят, поддержите лайком и пишите в комментариях, как она вам. Вообще, мне еще предоставил материал Юрий, это который строил данный автомобиль. А продал он, получается, Алексею. Поэтому, и в общем, я оставлю ссылки на нынешнего и на бывшего хозяина. Давайте по порядку. Начнем с того, то, что машина сама собиралась с нуля. Хотелось собрать черную десятку хозяину, чтобы она была на стиле. Сегодня я вам подробно расскажу, сколько будет стоить плюс-минус собрать интересный проект, чтобы вы вот просто кайфовали. И, честно сказать, я вообще в шоке от цен. Собиралась она на протяжении 3 лет, вложена в машину более 650 тысяч рублей. А куда ушли данные деньги, сейчас вам все очень подробно расскажу. И сколько стоит построить такой проект вообще, как бы, плюс-минус. Итак, десятка у нас 2003 года, бралась за 50 тысяч рублей. Сразу же разбиралась и красилась в цвет черная пантера, приоровский завода цвет. На покраску ушло около 100 тысяч рублей. Это вот не просто там в гараже кто-то красил. Нормальная покраска сейчас только примерно и стоит. Плюс вся переварена тоже около 40 тысяч. Можете как бы примерно уже считать. Сразу установлено приора лобовое с водоотливами, жабо приора, пороги приора, все навесное приора. Также установлен приора диффузор в задний бампер. Тоже стильно выглядит, мне это очень прикалывает. Это вот у меня еще есть обзор на канале про двенашку синюю, там тоже у него этот диффузор очень прикольно выглядит. Первое время владелец катался на стойках минус 120 и на 17 дисках. Это все раздражало, так как все цепляло, и на повседнев было не очень удобно кататься. Ну, здесь я полностью согласен, это, конечно, вообще жесть. Мало того, что десятка, в принципе, на 17 дисках уже тяжело ей, а еще на минус 120 на стойках, это тоже вообще жестко. Далее владелец взял пневму минус 90, 4-контурная, 2 манометра, работает от брелка дистанционно. Вот ему делал знакомый, я с ним общался. Вот просто над данным автомобилем работало очень много людей, и все как-то, грубо говоря, там кто-то друг помог, кто-то еще что-то, и это все, ну, не оценивается в деньгах, грубо говоря. Если кому-то отдавать, то этот проект, я считаю, что в 1 000 000 рублей становится. Это вот действительно объективно вам, пацаны, рассказываю все это. И в салоне с блока управления на каждое колесо, ну, управление, то есть пневмоподвижное
подвеской. Насос Беркут 2.4, пневмогуток, доработки по пневме тоже есть, пиленные лонжероны, плюс мотор поднимали. В общем, на эту тему много ребят информации, думаю, найдете, как уронить десятку в порог. Собственно, ну, не каждый будет так резать. Так, дальше, смотрите, итак, на пневму с доработками ушло около 70 тысяч, это плюс-минус. Далее по выхлопу. Выхлоп мне очень понравился, 4.2.1 Stinger, плюс прямая трасса с раздвоением и насадки AMG. Звучит, как по мне, очень бодро. А я напоминаю, ребят, то, что все запчасти, которые вы видите на десятке, вы можете приобрести на Time Turbo. Собственно, от стоковых запчастей вплоть до тюнингованных, от выхлопа до комплектующих мотора или салона, все, что вы можете себе представить, вы найдете в интернет-магазине Time Turbo. По моему промокоду PANDA скидочка 7% при оформлении заказа, тоже о вас позаботился, ребят. Вот, вступайте в группу, официальную группу Time Turbo, в которой тоже очень часто проходят конкурсы, буквально за лайк, либо же за репост. Следите за новостями и вступайте обязательно в группу и заходите на сайт посмотреть. Очень интересный интернет-магазин, на котором я сам закупаюсь. Давайте перейдем к мотору. Особых замеров нету, разгона до 100, но все-таки все равно вам расскажу, мало ли кто-то плюс-минус захочет такой проект собирать. По мотору, мотор расточен до объема 1.8, сняли с него с колес, то есть официально 176 лошадей. Прошлый хозяин уже особо не помнит, что было установлено по мотору, но есть небольшая информация. А именно, дросселя Левин, форсунки Сузета, валы Стольников, подъем хозяин не помнит. Т-образные клапана и поршня Никовки. Точную маркировку не могу сказать, хозяин говорит, ну давно это уже было, и машину, вот я же говорю, продал. Вот, по коробке 18 ряд с блокировкой, сцепление керамика, вся на рычагах и на распорках, которые возможны. Вообще, в принципе, все, что возможно, чтобы она как бы удерживалась на дороге, потому что, ну, такую мощность на переднем приводе, ну... ее кидать будет. Конечно, пневмо и такой мощный мотор по логике вещей не складывается, но хозяин десятки собирал ее для себя и для своего удовольствия. Здесь я полностью согласен с ним. Чтобы собрать такой мотор с коробкой, выходит около 150 тысяч как минимум. Далее, смотрите, колеса 195-40, Восен. Точное название будет в описании, но я так прочту, может, я неправильно выражаюсь. VSFC04R17 7,5 LJF. Дорогие, 100% реплика со всеми гравировками, качественные диски. Район 50 тысяч с резиной как минимум. По салону полностью Priora 1. Я вот просто фотографии, которые смотрел салона, просто там столько боли. Все это вот, все сделать, это, конечно, респект пацанам. Полностью Priora 1, весь обшит под кожу, двойная строчка ромб. Вообще ромбы в то время, в 16-17 год, очень были популярны. Сейчас уже, конечно, это все отходит, но мне по-прежнему тоже эта тема нравится. Потолок, стойки Алькантара, торпеда, термокожа, плавный рожих. Много чего заморачивались, все датчики удобно выведены, то есть под пневму, чтобы это все красиво управлялось. По музыке, пацаны, делались дверные карды по 4/16 динамика, Sub Pride 15. 2x2 катушка Ома, усилок Dragster DAV 600.4, честно, редкий усилитель, только усилок такой стоит около 50 тысяч новый, это последнюю цену, что я видел, вообще там в то время он вообще еще дороже стоил. Голова 88 пионер процессорный, все качественное и дорогое, само собой, то есть он на эту машину вообще не жалел денег, это 100%, потому что она полностью, все сделано, все самое лучшее, как я вижу, и вы, я думаю, тоже
подтвердить это по фотографиям, но вообще. Заводская климатическая установка августа. Вот это я не понимаю, заводская климатическая установка. Напишите в комментариях, что это такое. Новые радиаторы, все под давлением. Кондиционер, кондиционер еще установлен. В общем, десятка, полный люкс, по полной, максимальный люкс. Установлен электроусилитель Приора. То есть на десятках шел ГУР. Насколько я помню, у меня ГУР стоит. Ну, электроусилитель. Ну, короче, в общем, это десятка Приора. В итоге, и посчитайте, вот сколько выйдет такой проект, который будет свежепокрашен, переварен, салон сделан как вы хотите, плюс заряжен мотор с коробкой, плюс не абы какая музыка, а мощная, чтобы все валило как надо, диски. Я считаю, что там вышло 600 тысяч плюс, это 100% вложено в эту машину. А много это или мало, ребята, и стоило ли оно того, пишите в комментариях. А как по мне, вот честно сказать, я на эту десятку смотрел, очень понравилось вообще, в принципе, просто, ребят, пушечка на самом-то деле. И сейчас таких проектов очень и очень мало по России. Все понравилось, но я считаю, что в ней сидит около 800 тысяч. Это все собиралось в 2017 году на протяжении 3 лет. И, естественно, тогда это было еще дешевле. Сейчас это все стало дороже. Поэтому, ребят, обязательно пишите в комментариях, как вам данный аппарат. Поддержите лайком, либо дизлайком. И увидимся в следующих видео. И проекты от подписчиков, рубрика, я считаю, что очень даже интересно. И такого эксклюзивного контента вы нигде не найдете. С вами был Сергей Резниченко. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока, пацаны.